Наряд Пугачевой довел до исступления дочь Киркорова. Филипп Киркоров традиционно стал одним из лауреатов фестиваля «Песня года», съемки которого состоялись в столичном Олимпийском. Выступил артист двумя песнями «На небе» и «Любовь или обман». А в перерыве между выступлениями рассказал о случившейся накануне радости в семье. Главным событием первого дня зимы стало празднование 6-летия дочери Филиппа Киркорова Аллы Виктории. Таким собранием звезд в одном месте не может похвастаться иная музыкальная премия. Артисты специально шили наряды и придумывали подарки ради того, чтобы порадовать наследницу поп-короля. Платье имениннице подарила и бывшая жена Филиппа, Алла Пугачева. Аллочке так понравился этот наряд, что она не хотела его снимать, даже думала в нем лечь спать. Мы с трудом уговаривали ее снять это платье на ночь. Зато утром, только открыла глаза, сразу спросила меня, а где платье от Аллы большой, и пообещала, что на каждый день рождения будет его надевать, улыбается Киркоров. Подарок Примадонны довел до исступления девочку. Видимо, это кармическая связь, дар небес, уверен Филипп. Сообщил он и подробности торжества. Ростовые куклы, тюлени, фокусники – это был день рождения настоящей принцессы. Ну а взрослые очень вкусно поели и попили. Правда, никого не уносили. Все ушли своими ногами. Как посчитали журналисты, на организацию торжества певец потратил свыше 1 000 000 рублей. Но праздник получился незабываемым.